насчет царской России, царской семьей. Акция против туберкулеза. Дарили белые ромашки. А Полиночка? И делать прививки, и тогда никто не будет болеть туберкулезом. Наши детки активно принимают участие в этом. Да, дети сами делали эту листовочку. Каждый выделил свою ладошку, приклеил ромашечку. Мы на память, да. Конечно же, повесили. Да, что делаете? Бежите, мойте руки. Проходит такая акция. Акция «Белая ромашка». Остановим туберкулез. Белая ромашка – это символ милосердия. Она была создана в 1911 году. Ее активно проводила царская семья. Помогала больным, строили больницы, благотворительные акции. Сейчас это подождена традиция. Для чего? Для того, чтобы мы остановили эту болезнь. Пожалуйста. Кто нас еще не дарил листовочку? Не ты не дарила? Пожалуйста, подари листовочку. Спасибо большое. И скажи, пожалуйста, правила. И тогда никто больше не будет болеть. Делать прививки, да, вовремя. Белая ромашка – символ милосердия. Остановим туберкулез. Акция проводится с 1911 года, была основана царской семьей в помощь этим больным. Сейчас она возрождена. То есть мы напоминаем о тех правилах, которые вы должны дать. Пожалуйста, кто у нас еще не дарил листовочку? Антоша. Ну давай, Антоша. И скажи, что нужно делать, чтобы не заболеть туберкулезом? Ай, спасибо. Да, делайте вовремя прививки. Да. Мойте руки. Ну а вы взрослые делайте программу. Почаще работать. Да. Проходит такая акция по всей России. Белая ромашка, символ милосердия. Она была основана в 1911 году и активно в ней участвует царская семья. Сейчас это возрождается акция. И мы, значит, с детками сделали вот такую листовочку, подари жизнь детям, себе и своей семье. И Моденька подарит и скажет, что нужно делать, чтобы не болеть. Моча, кого? Мне Дениске подарили? Деня, бери. Спасибо. Мойте почаще руки, делайте вовремя прививки, а взрослые делают флюра. Да? Спасибо. Акция «Белая ромашка», символ милосердия. Остановим туберкулез. Детки делали такие поделочки. Вот. И хотят подарить. Пожалуйста, Викуля, подари и скажи, что нужно сделать, чтобы не заболеть. Сделали. И мойте почаще руки. А другу делать программу. Спасибо вам большое. Акция «Белая ромашка».